Здравствуйте, мои дорогие. Еще раз второй пятничный анекдот у нас положниковый. Значит, пацан такой, парень, заходит домой и из коридора: «Мама, я вернулся!» Мама такая, не отрывая голову от компьютера: «Ну и где ты шлялся?» Парень: «Мам, вообще-то я из армии пришел». Все, ребят, здоровья и процветания, как обычно вам. Не уходите, сейчас будет еще.